Симона будет сейчас играть немножко. Садись смотреть, это почти киношка. Не отвлекайся, не смотри в окошко. Смотри Симону, доедай свои крошки. Какие еще крошки? Ну, от чипсов. Здравствуйте, товарищи! Мы с вами продолжаем искать колбы в Atomic Heart. Я вообще, честно сказать, не рассчитывала, что это будет у нас так долго. Ой, я забыла, что здесь нельзя бегать. Ну, короче, ищем. Мы ищем. Там, если будут спрашивать, вы доложите, что мы ищем, ищем. Как найдем? Мы... Хватит это делать каждый раз. Я уже сохранялась здесь. Отпусти теперь. Это еще что за дрянь? Господи. Это росток Победа. Что еще за побег? Что теперь с ним? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. А, это стекло. Почему не так? Он на нас нападет, вот почему. Что-то с ним не так. С ним не так. Ой, курочка. Курочка бедная. Курица-убийца? Просто прелестно. А я, кстати, не знаю, в Sims 4 тоже можно умереть из-за курицы. Я еще этого не делала, я такой не... Нет, ну вы... Ну, вы кушайте, ребят. Я позже зайду. Блин, я что-то не хочу вот это вот. Ну, в принципе, они дробаша очень сильно боятся, если я все правильно понимаю. Если я, конечно, сейчас не начну мазать, а вы меня знаете, я начну. А, не за стеклом. Шоу за стеклом. Ребята, спокойно. Не нервничаем. Так, это у нас... О, спасатель, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что если такое? Вы получили направление на анализ, пожалуйста, времени прошло. Ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все началось? Можете описать. Давно вы погибли. Мне жаль. Мы с этими уродами разберемся. Можно, как все это кончится? Ой, можно. Хорошо. Вот первое хочу спросить. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и встали за спинами у сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Интересное кино. А это странная программа, типа, то есть, если игра утверждает, что... Они как бы выполняют Добзи, программу, давайте не сейчас. Что будто бы на нас напали. То есть захватнические какие-то войска вошли в эту всю, значит, историю. А, и что тогда? То есть, получается, все роботы в этом случае такие резко просто встанут и начнут ходить и искать людей, чтобы одновременно заспауниться у них за спинами и ударить. Ну что это за бред? Не, не логичнее или сразу просто нападать на людей, которые решили захватить вашу станцию? Пока вы разбредаетесь, они могут украсть, например, уже какие-то секретные данные, например, кому-то их отправить. Это очень странно. Личная просьба. Дата 12 августа 1953 года. От кого генеральный директор предприятия 3826 Сеченов? Кому? Заместитель начальника комплекса Вавилов Золотухин. Добрый день. Печатать особо некогда. Запишу щебетарем, хорошо? О. Витя, личная просьба. Комплекс Павлов увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо. Короче,
Если честно, я вообще не доверяю. Так хватит меня перебивать, когда я разговариваю с подписчиками. Вы можете потише себя вести? Короче, этот Сеченов, он вообще не вызывает у меня доверия, если честно. Нечаев помнит... Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Ага. Как озеленить Луну, что ли? Ну, в том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Так вот, он себя помнит только 2 года. А его топором можно зарубить? Вот этого, наверное, лучше... О, он меня заметил! Нас заметили! Подождите. Вырою! Вырою Disappeared! В чем дело? Интересно, тут у вас аквариумные рыбки. Ой, блин, тут еще и ромашка етить колотить. Я думала, вот этой хрени достаточно. Блин, ромашка, отстань, ты че? Она еще никого не успела сюда прислать. О, а тут и без нее, в принципе. Ой! Так, тихонько. Тебя вижу сбоку. Ты думаешь, не вижу? Я все вижу. Подождите, отстаньте, подождите, подождите. Я так не умею быстро перезаряжать. Кошмар. Кошмар. Так, всем отойти быстро. Иди сюда. На. Так. Спокойно. Ну... Вот пристан, как банный лист. Там какое-то объявление случилось. Мне кажется, что это нам не на руку совсем. Пиздец развели. Я согласна. Но это вообще-то мы с тобой развели. Если что. Ромашка нас почему-то уже не видит. Это еще почему? Ну ладно, в общем-то пофигу. Интересно у вас тут действительно. Тут что? Я не люблю так, знаете ли, в неизвестность прыгать. Тут что-то, тут кто-то... Здравствуйте, Валентин Демьянович. Здравствуйте, только я не Валентин. Кто? Я? Да. Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Напоминаю, вам пора принять таблетку от гипертонии. Воспроизвожу фрагмент с автоматического самодейства вашей последней рабочей сессии. Хорошо, но я ничего пить не буду. Так. А что надо сделать? Ну да, так полегче. Как это прекрасно. Опа. Угу. Да. Так. Продолжаю записывать свои мысли. Корова, дичь. 783. Корова. О чем я остановился? Свин. Вентиль установлен. Почему мне было крайне сложно привыкнуть и не реагировать на это все? Ага, один свин загорелся или он был? Но потом давайте я... дичь. Покрути его. Должно заработать. Цикл жизни. Зачем вообще будет такое придумывать? Угу. Наше руководство считает, что пропаганда не красота увеличивает работоспособность. Надеюсь, я ничего не перепутал. Вы в глазах такие же тупые. Я тоже. Вы не просто убиваете. Нет. Вы налаживаете жизненный цикл и животных. Знаешь, может, мы свиньи. Но ага. Даже если так, кто дал нам право сделаться с другими свиньями? И, короче, сразу да, вот мозг. Это. Мне тебя очень жаль. Боже, правда. Ты был не в смерти. Неправильно. Я даже войну не выпустил. Обещаю. Так, кажется, еще одна корова. Не понял. А, наверное, вот эту надо. Наверное, я почему-то в другую сторону накрутилась. Вот, да, и свин. Значит, свина надо... Нет. А тут, может быть, другой есть? Еще есть, может быть, свин. Но я, честно сказать, не вижу. Наверное, я, наоборот, открутила свина. А, нет. Нет. А где еще свин?
Подожди, это же... Вот это, что ли, был свин? Может, он где-то здесь бегает? Его надо посадить в колбу. А что надо сделать-то? У меня вот одного свина не хватает. А здесь что? Что у вас? Мне кажется, я здесь... Там этот... Вовчик! Тихо! До свидания. Я пока не готова с Вовчиками. А, вот же свин! Ой-ой-ой! Твою мать! Я что, всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пулемета. И куда оно все утекло? В Ольгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Это да. И дальше мне куда теперь? О, сохранение. Сохранение данных. Мне не нравится. Вот это громада. Да. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Опа. Нам нужно в рубку управления. Вован. А что с вами здесь случилось? Мне не нравится, что мы встречаем их поломанными, потому что это означает, что их кто-то поломал. Черт. Одни трупы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Разберемся, не привыкать. Так, это вообще не круто все. Это все вообще не круто. А может быть, мне. Доступ разрешен. У меня все еще недостаточно средств. А каких именно средств? Ну, в смысле, ресурсов. Вот этого. А, вот этого недостаточно. Все понял. Доступ разрешен. Так, что, тогда можно попробовать что-нибудь в перчатке прокачать. Только я, как всегда, все равно про все забуду. Так, второе дыхание. О, ну, кстати, вот это прикольно. И недорого, знаете ли. Массовый телекинез. Модернизацию, позволяющую убрать технологический захват всех противников в определенном радиусе. Круто. А как это использовать? А, на Е. На Е. Нет? На Q у меня этот. Установить способность. А, вот. Е. Правильно. Надо было просто нажать. Все. Блин, это прикольно. Отмена или окончание воздействия приводит к падению целей. Прикол. Хорошо. Это неплохо совсем. Массовый телекинез. Поднимайте в воздух всех противников вокруг. Используйте огнестрельное энергетическое оружие для их эффективного уничтожения. Господи, Эля, ты зачем пугаешь меня лазерами своими? Может быть, сохранимся на всякий случай? Ага, это надо обратно идти, чтобы сохраниться. Здесь-то не поставили нам ничего. Ну ладно, надеюсь, сейчас никто не придет. Потому что я знаю, сейчас вот это мы достанем. Начнем думать, и кто-то придет. Да, нет? Ладно. Поверю вам пока на слово. Получается, что красная должна быть внизу. Зачем тут так тревожно на скрипке играет, когда я думаю? И надо, значит... Вот. Да? Да. Что? А вот это так и не открылось. Ну, я могу нажать кнопку. Заработал. О! Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Хорошо. Как-то слишком просто. Да. Нет. Тут вообще... А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Где? А, А у них есть какое-то дальнобойное оружие? Сука!
Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться в вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Да вот именно. Черт, вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шоком. Сшибись. А еще что мне сделать? Ну, фига. Но у меня столько патронов нету, чтобы вот это вот так делать. Блин, у меня так точно не хватит ни на что патронов. Их же надо, получается, всех... Им надо не давать взлететь. Тише, подождите, я сейчас вентилятор перезапущу. Где вы? Вот вы где. А почему такой... А! Почему такой звук, как будто обо что-то металлическое бьемся? Вы что, что-то скрываете? Блин, обрызгали какой-то кислотой. Подождите, мне нужно похилиться. Спокойно. Перезапустите систему вентилирования. Все? Но этот-то еще ходит здесь. Видели? Вы видели? Он типа такой увернулся от топора от моего. Вот козлы. Какие же козлы. Слушай, ты меня достал. Иди сюда. Иди. Чё ты, спускайся ко мне. Давай. Тоже. А, о! Что? Что? Слушайте, я не знаю, я этой больной фантазией восхищаюсь или я пугаюсь. Не совсем пока понимаю. Так, перезапускаю. Так, теперь я должна снова идти контролировать это все, правильно? И не дать им взлетать. Блин, где? Увернулся, скотина. Блин. Так, иди сюда. Где еще летают? Я же слышу. А, вон они. Блин. Блин, как вас много. А этим можно его, нет? Кто это сделал? Ой, ой, ой. Бежим. Бежим. Да отстань. Еще такая музычка, блин. Нет, знаете что? Это мне не, меня не устраивает это вот. Ах ты, скот, как... С вами не так весело, как с роботами, но, блин, проблем вы что-то до хрена доставляете. Я даже не успеваю ничего взять полезного, потому что вас что-то до хренища. Ой, тихо. А штука где летала, я ее зашибла, что ли? Да где? Я их даже по звуку не могу... А, вон, наверху, скотина! Так, а ничего они мне не надо перезапускать? Вроде надо же. Где? Да где, блин? Трешак какой-то. Я же даже не, вообще ничего не успеваю. А их же можно, кстати, шоком. Зачем я на них трачу? Да... Вы же должны зелененькими быть. Вы вообще никак не выделяетесь от фона. Скоты какие. Да где? Я только что покрутилась прям кругом. Нигде нету. А, да? Ну, логично вообще. Я не успеваю вентиляторы перезапустить. Так вот я сейчас не наступала никуда. Где тут? Все вентиляторы работают? О!
Там еще и Рафик, отстань, Рафик! А что мне надо еще сделать? Просто реально ходить и гасить ублюдков вот этих? У меня еще там сзади двое. Четверо, извините. Так, как-то надо аккуратно обойти. Та-да-дам, там-там. А что, все вентиляторы-то работают? Вроде все. Она еще наполняется, но я не знаю, где она. Ага, у меня патронов нету. Давай. Ух ты ж. Да хватит, блин. Вот вы уродцы. Где? Я реально просто не понимаю. Так. А, блин, опять отключили мне вентилятор. А сколько ждать-то? Да дождитесь. Хорошо. Как удачно. Ой, Рафик, отстаньте. Не надо сюда ходить. Ой, ну какие же вы уроды, а? Все, так, куда мне? Все, оставьте меня в покое. Да, быть такого не может. Дождались, наконец. Да, реально, быть не может. Сейчас... А, вот она. Все, я забрал. Валим отсюда. Да, все, уходим. А можно дверь эту закрыть? Нафиг! Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Да. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Так, я даже не знаю, Кейли есть вообще. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу этот комплекс депрессивным. Я тоже. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Везде, где есть похотливые слизняки, которых можно призабавно подвесить. Да ты больная. Чего ж на всю твою электронную башку, ей-богу. Эля. Милый, больные на всю башку – это местные мутанты, через которых проросли побеги. Вот у кого действительно с головой не в порядке. То есть здесь тут тебе уж не нравится из-за того, что вокруг было слишком мало людей? К сожалению, их теперь везде мало. Я скучаю. Ты моя отдушина, милый. Входи в меня чаще. Просто охренеть. Хорошо. Кстати, почему я опять не пользовалась всякими своими прекрасными способностями, которых у меня уже в достатке? Вот, например, я могла бы... Но поднять их было бы дебильным решением, да? Нам наоборот надо, чтобы их не поднимало. А это зачем мне? Это непонятно зачем. Здравствуйте, подождите, но... А как мне туда попасть? А, лестниц нет? Нет. А, надо на вот эту трубу прыгнуть. Точно, мы же умеем лазать по трубе. О, мы как пожарный! Ой. Ой, как прекрасно. Вы какие-то тоже поломатые, да? Ой, я даже не успела. Давайте вот так сделаем. А почему я не могу так сделать? Нет, ребята, так дела не пойдут. Я для чего это все прокачиваю? Подождите, надо его поднять? А, блин, еще не восстановилось. Подожди, брат, подожди, постой. Оно еще и взорваться может, ты бы поаккуратнее был бы. Вот, а потом можно вот так сделать, а потом вот так. Прикольно я придумала? Ну, молодец, я молодец. Вряд ли я когда-нибудь еще в стрессовой ситуации об этом вспомню, но сейчас было красиво, сейчас было хорошо. Так.
Мы просто должны обратно в холл вернуться, правильно же? И вставить колбу. Но нас почему-то ведут вонь куда? Здравствуй. Он что, ко мне идет? Отвали от меня! Он прям знает, как подойти ко мне, козлина! Уйди! Уйди, пожалуйста! Ах ты! Вот это вот еще ногами вот как они размахивают! Вот это мне вообще не нравится! На! На тебе! На тебе! На тебе! Ух! Латексная жопа, блин! Похилиться хоть! Вот козёл, а надо было, наверное, что-то... А чё у вас здесь за сабантуй-то? Вот так вот... А, так нельзя. А так нельзя. Оп. А эти кажутся такими слабенькими по сравнению с латексными чуваками. Хотя, кстати, фиг его знает. Латекс белым вообще бывает. Может, вы тоже латексный? Где ты? Вообще, прям они явно что-то отмечают. Такими толпами тусуются. А почему? Сказали, что для эффективного устранения. А получается, пока как-то не... Нифига не эффективно. Этот, я же сказала, похилиться. Тебе! Отойди отсюда! Отойди отсюда! Ой, я ему руку отрубила, и он... не может без нее функционировать. А ты бы смотрел, куда ты прыгаешь, козлина. Ты вообще на кого батон крошишь? Рафик тут лежит. Вы что с Рафиком сделали, больные ублюдки, а? Так, спокойно. Идем. А, вон туда куда-то мы идем. А зачем я вообще в эту комнату зашла? Чтобы люлей получить. Спасибо, молодец, получила. Пойду дальше. Ага. Так, это бесячая фигня. О, нормально. В принципе, нормально. Ты слышал то же, что и я? Да. Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги. Да тихо ты, это и так понятно. Что-то там вообще недоброе впереди. Да, но колбу с кислотидным полимером все равно нужно как-то достать. Нет, подождите, а может быть я где-то хотя бы сохранюсь, зайду... Вот тут же наверняка где-то есть безопасное место. А что случилось? Почему музыка поменялась? Что происходит? Я ищу просто реструм, понимаете? Мне надо... Но не тот реструм, про который вы подумали. А мне сохраниться надо, мне бы очень хотелось. Если честно. Особенно вот, когда я вижу вот это все. Вот это все. Мне... Тише, не дыши, майор! Что ты палишь контору? В общем, все, безопасных мест нет, товарищи. Только опасность, только хардкор. А может, я где-то прошла какую-то комнату? Или, может быть, есть у меня какая-то выгода чуть-чуть вернуться и сохраниться? Вроде не так далеко-то мы сохранялись-то. Подождите. А где я, это? Вот тут, что ли? Да, подождите. Ничего не понимаю, откуда я пришла? Туда мне надо. Нет, значит, я отсюда пришла-то. Нет, я вообще этого всего не помню, знаете ли. Ну, в общем, да, реструм нету. Не существует. Ну, ладно.
Чё поделать? Ох. Мне это не нравится. Блять! Ты дурак! Ты охуел, друг? Это шутки такие, что ли? Тихо, тихо. Ты можешь разбудить его в любую минуту. Ладно, я не буду никого будить. Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо. Хорошо. Будь по-твоему. Ладно. А колба уцелеет? Блять. Он не ответил. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. По 400 скоро борщевик. Закончится. Борщевик. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее. Хорошо. Ты только не нервничай. Ладно, контейнер. Как он выглядит-то хотя бы? Желтый такой бидон. Желтый бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон. Желтый бидон. Желтый бидон. Желтый бидон. О, сохранение! И где искать? Полимерный. Я пока контейнер. Ничего даже брать не буду. Они и ну погоди, даже найти смотреть не буду. Желтый бидон, желтый бидон. Желтый бидон. Ой. Подождите. А вот. Желтый бидон. Спокойно, спокойно, братцы. Вот ты какой! Вот ты какой коварный! Вот ты какой этот! Тише, не надо за мной бегать. Это и есть желтый бидон. Хватит! Серьезно? Бидон должен быть где-то не рядом. Надо рычать. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну вести. Этой гигантской твари как раз хватит. Да. Поддерживаю. А как вести? А как вести? Не понял. Сейчас не понял. Подождите. Не понимаю. А почему никаких кнопок взаимодействия нет? Может тут? Да что происходит с тобой? Ты чё? Малыш, я же тебя уложила спать. Нет, серьезно, как это делается? Просто толкать можно. Поезжай. Не понимаю, что, никаких кнопок взаимодействия нету. И это вот никак не получится. А что надо сделать-то? Почему? Какие вагончики? Возможно, вагончики нужно загнать, чтобы... Нет, подождите, ну просто сюда указывает метка. Это значит же, что именно на этой метке что-то надо сделать. Вроде как игра все это время работала именно таким образом. О! Что-то какое-то F. И что мы будем делать с этим? А что это F? Что происходит-то? Ничего не понятно. Может быть, мне надо забраться на какую-то платформу, например. Ага! Крас, это хреново, да? Да. Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая да. нас. Да. И я в восторге, блядь. Я тоже. Подождите. Уйдите. Может быть, я могу это поднять? Нет, я не могу это поднять, я слабак. А что мне с этим сделать? Мне почему-то надо сюда идти, написано. Чё?
Не понимаю, что вы хотите от меня? А, вы хотите, чтобы я пришла вот сюда, получила здесь людей? Нет, окей, допустим. Я пришла, не надо дергаться. Ничего не понятно, куда ты показываешь? Не надо рычать, пожалуйста. А... Чё? Подождите. Ну, то есть, как бы, сейчас я ничего не могу запустить, потому что... Потому что... А может быть, надо теперь просто развернуть эту штуку и отправить его в какую-то другую сторону? Не надо меня шипеть. Так, а здесь не работает крутилка! Вот это зачем? Что вот это означает? Давайте куда-нибудь пройдемся. Телекинез! Используйте телекинез, чтобы двигать платформы. А нахрена мне двигать платформы? И что? Так, я передвинула. И что теперь? Ну и что теперь-то? Нахрена вообще это нужна платформа? Кто-нибудь мне может объяснить? Никто не может. Тот же, кто и учил меня прыгать, может объяснить. То есть никто. Так. Допустим, я сюда прыгну. Ага. 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 А нам только по... Нам же в другую сторону. Что же ты вытворяешь-то? И чего? Нам туда надо. Ты зачем сюда-то поехал? Блинский, блин. А где от него? Вот здесь. Ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Это слишком большая головоломка. Для такого маленького майора. Так, ну и что? Сюда мы тоже никуда не поедем. Видимо, его надо было совсем развернуть. А можно его назад? Я не знаю, кто-то за мной шел, как будто бы. Но мне как-то сейчас фиолетово, если честно. Тихо. Я еще всегда боюсь, вот с этими рывками, я боюсь перепрыгнуть. Допустим. А давай назад. Давай назад. А, тут это... Да. Но здесь эта хрень крутится. Лучше бы этот мусор крутился, который у нас на... А есть... А, ну только так крутится. Я думала, по кругу можно крутить. Так а нафига нам в ту сторону-то, ёперный театр? Нам не надо в ту сторону. Но... А где здесь-то пульты? Я вообще ничего не понимаю. Стрекоза, блин, сумасшедшая. Мне надо вон туда. Как мне туда попасть? Пожалуйста, скажите, что эта миссия не на время. Я вас умоляю. Пожалуйста. Она на время, наверное, в этом, на харде, если играть. Или как он называется, апокалипсис уровень. Как мне залезть? Мне надо залезть. Вот есть платформа. Пойдем. Допустим, давай...
Вот сюда пойдем. А я сюда не могу запрыгнуть. А как я вообще на тебя запрыгну в таком случае? Ты можешь объяснить? Платформа. Давай. Ну. Чё, ты не можешь двигаться? Все, дальше не может двигаться платформа. О! Так, вот так я могу. И что? Зачем я это могу? А это платформа... Как спустись? Спустись! А может это тоже двигается? Нет, это не двигается. Да етить, колотить. Может вот это подвигать? Давай приедь туда. Поезжай. Я сказала! Блин. Меня даже затошнило от волнения. Чего здесь надо сделать-то? Это что? Это ничто. Какой-то лысый мужик. Так, я могу стоять на вот этой коробке. Мне это ничего не дает. А если наоборот... Тише, ну что вы? Дайте пройти. А если ее, например, наоборот сюда пригнать? Я с коробок с тех смогу оказаться на этой платформе или не смогу? Да как же? Сейчас. Может быть, с той стороны как-то надо оказаться? Вообще ничего не понимаю. Ну да, надо вот отсюда прыгать-то. Кто это сказал? Подвесные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. Нет. Что за дебил? Так. Ну и нет. Ну и нет. Обратно. Давай, значит, пусть оно едет сюда сначала. Потом мы его развернем. И пусть дальше едет. Уровень пестицидов понижен до 8%. Не надо. Твою мать. Да. Ну, теперь вот сюда. А, вон туда. А, ну понятно. Надо на вот эту хреновню прыгать. А! Блин, простите, пожалуйста, товарищ мой. Я нечаянно. О, зато теперь вот здесь можно прыгать. Я сказала здесь. Ты чё? Так. Давайте, надо наверх. А как? А, наверное, вот так. Вот. Ну да, что ты в сторону-то? Ты что, тоже, что ли, крутишься? Нет, он до туда не допрыгнет. Значит, что-то надо делать с этой платформой. Допустим... Подэтовать ее сюда. Потом на нее запрыгнуть. Не застрять в текстурах желательно. Но это, конечно, уже излишество. И пройти, наверное, где-то здесь. Получить люлей от каких-нибудь пестицидов в узких колюдорах. Вот, а здесь уже прыгать на эту хреновню. Нет, рано. Ждем. Я, знаете ли, не подготовившись, такие вещи не делаю. Потому что я так долго к этому шла, сейчас вот обосраться будет не очень приятно. Так, вперед поезжайте. Не поезжайте, подождите. Вот, поезжайте. Потом поворачивайтесь. Уровень пестицидов
понижен до 6%. Ну и хватит. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Да. И что? Теперь надо опять... Так, запуталась. Я в том же здании, в котором была... В смысле, помещении. В таком же, в котором была до этого. Вот так вот я боюсь всегда сделать. Так. Потом, значит, допустим, мы перепрыгнем вот сюда. А это вот крутится... Нет, неправильно. Это не это крутится. А, это крутится вон там. Давай, поезжай. Я говорю... Кому говорю? Ты не можешь сюда? А нахрена ты тогда вообще здесь нужна? И вам привет. А я, наверное, знаю. Наверное, надо вот с этой штуки запрыгнуть на вот эту штуку. Потом пойти сюда. Вот. Да. Так, а теперь вот... Рывок во время... Так я помню же. Я же делаю, я знаю. Так, и вот сюда теперь. Оп! Красиво. Ой, господи. Это что, все? Дальше давай. Уровень пестицидов понижен до 4%. Ситуация критическая. Где да. Этот мужик с насоса? Он там что, уволился? А, мне назад теперь надо? Да нет, я думаю, мужик с насосом уже все. Приехал. Подождите, а должен быть еще один пульт. Разве это? Охренеть, здоровенная тварь. На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Да. Экспериментаторы, блядь. Да, эти экспериментаторы когда-то всю Московскую область борщевиком заселили, а теперь его вывести никак не могут. А, так я же здесь и была. А, нет, я здесь не была. Чё я вру-то? Чё я вру-то? А, я думала еще раз надо будет доживать, а он... Уровень пестицидов понижен до 2%. Самостоятельно уехал. Мы все умрем! Хорошая не надо, идея. Пожалуйста! Я тут уже подустал. Так, бросаем упаднические настроения. Я сейчас всех спасу. Все нормально. Так, разворачиваем. Блин, он так кричит истошно, я не хочу это. Давай. Доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Да доедет. Подавись своим пестицидом, ебище. Все, перекур. Выключи автовыключение. Так. Ты нашел контейнер? У меня закончился PH-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Ну вот же он. Вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять. Не так! Он от этого не умрет! Его надо было взорвать! Твою мать, и что теперь делать? В смысле, а здесь его нельзя взорвать? Надо поджечь полимер! Дай сюда сигарету! Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да. Сдохни, тварь! Ой-ой-ой! Сука, вот же живучий тварь! Он в ярости! Надо бежать, пока не... Держись! Я не буду с ним драться! Братан! Ой! Ой, все. Ой, ё! Нога! Блин! Ой, живой! Сука, побеги! Вставай быстрее! Нога застряла! Стреляй, не болтай! Их слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь! Если доберутся до нас, там конец! Все лучше, чтоб не добрались! Они все ближе! Вставай!
Пытаюсь, я пытаюсь! Ай! Нет, нет, помогите! Сними его с меня! Мужик, держись! Да как я сниму его с тебя? Меня придавило всем, чем можно! И сейчас еще придавит. Твою мать! Ой, ё... Ой! Колба, блядь! Как хоть удачно! Ой! Он мутировал! Да я догадался, блядь! Ну да! Ай, господи, бедный, бедный. А главное, как быстро это происходит. Ну, отъебись от меня! Ну, отстань, пожалуйста, правда. Что, ему язык собрался вырвать? Охренеть. Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Чего? Умение, эксперименты и уникальный опыт. Вы сможете сбрасывать навыки и перераспределять возвращенный нейрополимер для пользования другими умениями, если вам надоедят старые или захочется поменять стиль игры. Штрафы и наказания не последуют. Экспериментируйте! Ой, спасибо! Уже опера началась. О! А, нет. Почему я все время думаю, что хватает, а на самом деле не хватает? Доступ разрешен. Давайте перчатки. Хоть, не знаю, мне поэкономить на вот эту лису или прокачать этот топор? Так, я вот это до сих пор не понимаю, что такое. Нет, нет, вот массовый телекинез интересен мне. Усиленный модулятор телекинетический блок получает модернизацию, увеличивающую радиус массового захвата. Ускорение несвободного падения. Нейрокинетический модуль получает возможность ронять поднятых противников с ускорением, нанося им урон от падения. Вот это хорошо! Дорого, правда. Но прикол десна. А шо ж? Ну и хорошо нам будет. Так, это мы все читали. Стужа, это... Блин, ну, кстати, вообще прикольно. Но у нас уже что-то так мало осталось. Только это придется же запихивать в умение. То есть придется тогда отказаться от вот этого. Давайте тогда пока не будем. Объемные кассетники. Кстати, можно вот это... Кассетники, это же, наверное... Ну, кассетники, это же не для дробаша. У нас ничего, кроме дробаша, нету. Ладно. Хватит. Похилимся. Ой, хорошо тут у вас. Гостеприимно. Ой. Стойте. Стойте, я заблудился. Кто оперу-то включил? Понял? Я тоже уворачиваться умею, защищаться и все вот это дерьмище, которое вы тут устраиваете. Ну-ка, а если я вас уроню? А? Ой! Тихо, спокойно. Действительно, тихо, спокойно. Где вы? Ой, как вас много! Блинский, блин. А чё это у вас такая прорва-то здесь? Опа, где ты? А где это ты? Да, а чё, почему не появилось? Что-то я сделала, сама не поняла, что сделала. Опять вступила в какашку в эту. А что мы здесь собираем тут? Они же не роботы, вряд ли в них детали валяются. Нам бы хоть до какого-то сохранения дойти. Вот эти мелкие мне неинтересны. Да оставьте вы меня в покое. Что? Что? Отстань! Кто это, господи Иисусе? А чё вы не уронились? Почему вы не уронились?
Бежим, бежим. Непонятно, куда мы бежим. Отстаньте, отстаньте. Вы чё навалились-то? Я ему вообще никаких проблем не доставила. Вот вообще никаких. Ой-ё, ой-ё. А я думаю, для чего я столько этих набрала себе хилок? А вот, для чего, для кого, для чего? Ой, это моё взорвалось, что ли? Или нет, или нет? Блин, он капец какой живучий. Я не пойму, это он взрывается или не он. Я опять в какашки вступила. Ой, я ухожу. Все, оставьте меня. Оставьте меня. Я в печали и так. Я кому сказала? Уйди. Брысь, кыш. Да. Да ё-моё, я сейчас пока буду это разгадывать. Все спокойно, давай. Главное, ни на кого не отвлекайся. Но никто даже за мной не полетел, вроде бы. Вроде бы. Раз. Ну не может же быть, чтобы каждый раз они с этой березы так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Ну, как бы да. Береза — это прежде всего символ. Хоть и требующий аккуратности, забыл. Так, там, кстати, были эти уроды. Да ты заколебешься через день ходить по четырем отделам закол. А вот. Не заколебешься. Пойдем сюда, где ромашек нет. Иди, 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 иди ко мне, мой хороший. Чтоб тебя приподняло и шлепнуло. Вот так прям. Ой, видали, видали, как заглючил-то острём на пике. Так, и там вон еще одна. А, блин, блин, не восстановился еще. Давай быстрей. Бежим, 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 пока хорошо бежим. Хорошо так прям бежим. А, ну мы обратно в холл и идем. Фух, мы когда-нибудь вообще все эти холлы соберем? Хорошо, здесь никто не появляется, но это я, возможно, тороплюсь с выводами. А, или он... А, у нас две... Все, мы обе нашли недостающие. Же. Ненавижу, да, паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Уходим нахрен. Уничтожены. Береза приходит в норму. А сохранение было? Опять кто-нибудь видел? Лифт. Мы сделали это, товарищ майор. Славьте господи. Я сделал это, не примазался. Ой, не надо обесценивать Храза. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеют смысла, но спасибо. Да ты приедешь или нет? Там что, очередь? Тут что, до хрена кому надо на лифте ехать? Подожди, кое-что... Да ну его в жопу проверять! Ты, конечно, хули ждать-то? Да! Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс мобилов. Слава богу. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Колб нет, а все остальное, я уверена, будет присутствовать. Как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. Вот что-то слишком дохрена загадочный этот... Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, Сеченов, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочно? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну... Бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека.
Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал, вместе с академиком Сеченовым? Чертовщина какая-то. Нет, ну и что, знал и знал, как говорится, споткнулся, упал, очнулся, гипс, и все, как бы, и до свидания. Ну вот, и до свидания. Наконец-то мы уже эти колбы сраные реально все нашли, уже выбесили они не только Нечаева, еще и меня, еще и подручного, еще и всех вас наверняка. Короче, всех. Пишите в комментариях, как вам эта серия, зачем свет-то выключили, я ж хотела попрощаться. Ладно, давайте сохраним. Нам нужно добраться до станции Лесная. Спасибо. И сесть на поезд до станции Солнечная. Спасибо. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Идем. Идем мы с вами в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.